учебник 7 класс Афанасьева Михеева, страница номер 7, юнит 1, упражнение 6. Британские дети задали нам еще больше вопросов. Прочитайте ответы и угадайте, какими были вопросы. Ну, нам главное прочитать и перевести вот эти, в общем, нарезки текста. Итак, первое. The ecological situation in Russia is not very safe. Pollution in some industrial towns is high. Some parts of Western Russia were badly influenced by radiation from Chernobyl in 1986. In many places, wildlife is in danger. Anyhow, more and more people are beginning to realize that a clean environment is extremely important. Ecological education has found its way into schools. We all hope that the situation will soon become better. Скорее всего, так, ладно, сейчас мы переведем. Потом, наверное, все-таки зададим вопрос, да, то есть, что могли задать, чтобы мы вот так вот построили наш ответ. Экологическая ситуация в России не очень безопасна. Загрязнение в некоторых индустриальных городках или городах высоко. Некоторые части Западной России были очень сильно подвержены радиации из Чернобыля в 1986 году. Во многих местах дикая природа в опасности. В любом случае, все больше и больше людей начинают осознавать, что чистая среда очень важна, да, то есть extremely очень-очень важна. Экологическое образование, скажем так, если даст он как пробралось, да, в школы, ну, скажем, начало внедряться в школах, мы все надеемся, что ситуация вскоре станет лучше. О чем же могли нас спросить? А могли спросить, какая же экологическая ситуация в России? Well, one moment. Так, секунду. What is the ecological situation? А, in Russia у меня не влезла. Так, стоп. Сделаем лучше. Ну, я не знаю, будут ли вас вообще спрашивать эти вопросы, но на всякий случай первый, скорее всего, вопрос был такой. What is the ecological situation in Russia? Так, первый готов. Второй. Perhaps the greatest love of Russians is for tea. It's drunk without milk and is often served with homemade варенье, jam, баранки, circles of dry pastry, and пирожки, baked pastry with some filling. Russian-style tea is a special ceremony when people sit around a table with a samovar, tea urn, placed in the middle and drink hot, strong tea with a slice of lemon, either from cups or from glasses in glass holders. Возможно, самая большая любовь русских к чаю. Его пьют без молока и часто сервируют с домашним вареньем, то есть, да, объясняют это джем, баранками. Это круги сухой. Ну, пейстри вообще это у нас тесто, выпечка. Так, смотрим, как тесто, да? Угу. Круги из сухого теста. Ну да, ладно, окей. И пирожками. То есть это так, запеченное вот это получается тесто с каким-то наполнителем. Угу. Окей. Так, подождите, не запеченное, выпечек. Так, выпеченное, боже, как мы это называем? Ну, вы поняли, то есть то, что выпекается, да, вот тесто, которое выпекается. Сдоба, выпечка, да, мы так и так говорим. Скажем так, чай по-русски, да, то есть Russian style, чай по-русски – это особая церемония, когда люди садятся вокруг стола с самоваром. Тут, кстати, интересно такое tea urn. Это значит, ну, дословно, действительно, чайная урна, то есть, если coffee urn – это кофейник, то есть tea urn –
ну, я не знаю, как его можно, значит, как чайник, да, наверное, назвать, расположенным посередине, и пьют горячий, крепкий чай с слайс. Это вот нарезочка такая, которая тоненькими кусочками нам нарезает, с кусочком лимона или из чашек, или из стаканов в этих, так, теперь еще одно вылетело слово, подстаканники. Может быть, в поездах встречали специально такие железные, в общем, круглые подстаканники, в которые вставляется стеклянный стакан, да, чтобы не обжечься. Так, о чем нас могли спросить? Может быть, как русские пьют чай? Ну, сейчас подумаем. Так. Ну, давайте. How do? Или вообще спросим, да, любят ли русские чай? Do Russians like tea? И в ответе, да, мы все это дело описали, что они не просто любят, а обожают и пьют его очень часто. Так, номер три. Usually tourists buy traditional Russian souvenirs, such as matryoshka dolls, beautifully painted mugs, plates and spoons from the village of Hohlema and Palich boxes. Rich people buy amber, furs, art books and caviar. Some tourists are more interested in beiges, t-shirts and Russian fur hats. Ушанкас. Обычно туристы покупают традиционные русские сувениры, такие как куклы-матрешки, прекрасно разукрашенные кружки, тарелки и ложки из деревни Хохлома и шкатулки, опять же, с палехской росписью. Люди побогаче покупают янтарь, мех, какие-то книги с... Книги. Арт — это у нас искусство, да, то есть какими-то тоже росписями получается, возможно, это. Или же книги, что имеется в виду, или собраниями, может, каких-то картин, вот книги, да, в которых это все дело сфотографировано и описано, и икру. Некоторые туристы более интересуются значками, футболками и русскими меховыми шапками, то есть ушанками. О чем могли спросить? Возможно, какие традиционные русские сувениры? What are the traditional Russian souvenirs? А возможно, кстати, могли спросить, что туристы любят покупать в России в качестве сувениров, да? Ну, давайте, я так сочинила, хотите, переделайте. Так, следующее, четвертое. The main dishes of the traditional menu are blini, pancakes with honey, caviar or sour cream, different soups like shchi and borscht, pirozhki, pelmeni, boiled pastry with a meat filling, served with mustard, butter, vinegar or sour cream. Russian people eat brown bread with nearly every meal. Главное блюдо традиционного меню – это блины, ну, вы знаете слово pancakes, с медом, икрой или сметаной, разные супы, щи и борщ, пирожки, пельмени, сваренное тесто с начинкой из мяса, поданное с горчицей, маслом, уксусом или сметаной. Русские едят, кстати, в Англии это brown bread, у нас называют его черным хлебом, да, то есть люди в России едят черный хлеб практически с каждым приемом пищи. О чем могли нас спрашивать? Какие главные блюда традиционного меню в России? Вот так, как у нас начало здесь и было. What are the main dishes of the traditional... Давайте здесь Russian menu. Так, и остается последний. Номер пять.
Many Russians are religious people. The main church is the Russian Orthodox Church. It has survived the hard times, and now people speak about a rebirth of religion in the country. New churches and cathedrals are built every year. Old ones are restored. But not all people in Russia belong to the Orthodox Church. There are other religions too, and there are a lot of people who are non-believers. Многие русские – люди религиозные. Главная церковь – это русская православная церковь. Она пережила тяжелые времена, и сейчас люди говорят о возрождении религии в стране. Новые церкви и соборы строятся каждый год. Старые восстанавливаются, ну или реставрируются. Но не все люди в России принадлежат к православной церкви. Есть и другие религии тоже, и много людей, которые неверующие, да, можно сказать, атеисты. Так, давайте, наверное, спросим, какая главная... Так, секунду. Какая главная церковь в России? Может быть, об этом... А нет, секунду, может быть, лучше спросить. Так. Давайте все-таки с главной церковью, ладно. Итак, номер 5. What is... Хотя нет, давайте про религию все-таки. What is the religion of Russia? Какая религия в России? Ну, а здесь нам, получается, уже пришлось рассказывать, да, подробно, что есть и та, или есть атеисты, да, то есть давайте вот такие вопросы, например. Ну, главное, в любом случае, у вас было прочитать тексты и перевести. Вопросы, возможно, вас и спрашивать не будут.